Падишах император здесь, в космосе над нами, вместе со своим оракулом и легионами своих сардаукаров. Все великие дома прислали свои корабли. Барон Харконен с ними. Муаддиб, как ты узнал об этом? Я видел их. Милорд, мы сами услышали это только сегодня утром. Ты был без сознания? Я был в сознании. Муаддиб видел через воду жизни. Преподобная мать, это правда? Он видел. Махди! Ты тот голос из внешнего мира. Ты пророк, посланный нам Шайхалудом. Ты должен занять свое место, Муаддиб. Мы достаточно ждали. Ты должен сделать это немедленно. Ты живешь ради блага племени, Стилгар. Другого пути нет. И ради блага племени ты позволишь мне воткнуть этот клинок в твое сердце. Вызови его, Муаддиб! Вызови его! Это единственный путь. Таков обычай, вызови его! Обычаи меняются. Трудные задачи требуют особых обрядов. Ты должен стать нашим наибом, чтобы повести нас против Харконенов. А ты бы стал ломать свой нож перед решающим сражением. Ты бы отрезал свою правую руку и оставил бы ее истекать кровью на полу. Ты думаешь, Махди настолько глуп? Среди вас нет человека, который мог бы противостоять мне в поединке, включая Стилгара. Неужели я должен сразиться со всеми наивами на планете, чтобы доказать это? Неужели я должен убивать самых сильных и мудрых вождей ради какого-то бессмысленного ритуала? Вы говорите, что я Махди. Я говорю, что я ваш герцог. И пришло время избавить Аракис от отвратительного зловония Харконенов. Пришло время загнать их имя в самые глубины ада, чтобы мы могли вернуть свою планету и создать на ней рай. Как учил нас Лиет? Как учил нас Лиет? Да здравствует герцог. Да здравствует герцог Муаддиб. Да здравствует воины Муаддиба. Да здравствует Муаддиб. Муаддиб, 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 Муаддиб.